Первый день весны запомнится в Щелкове как знаковая дата в области развития дорожной инфраструктуры. Наконец-то обрел свои очертания будущий мост через Клязьму, который соединит улицу Фабричную с Восточной промзоной. Самое главное событие в жизни строящейся переправы происходит на наших глазах. Установка основного элемента, собственно, пролетной мостовой конструкции. Казалось бы, еще несколько минут назад этого моста через Клязьму не было, а вот он уже и есть. Первый пролет, а всего их два, установили действительно очень быстро, буквально за 20 минут. Как говорится, дольше готовились. 3 дня на стройплощадке монтировали огромный кран грузоподъемностью 750 тонн, который как пушинку поднял 80-тонную сборную металлическую конструкцию и поставил ее на законное место. Начальник участка Евгений Кадушкин рассказал, что пролетная конструкция крепится шарнирно. Между ней и бетонной стенкой береговой опоры деформационный шов. А задействованы в тонкой работе по установке были всего 6 человек, включая бригадира. Остальные строители в этот раз в качестве зрителей наблюдали за работой коллег. Работы шли по запланированному графику. Монтаж, как бы сложности здесь нету. Все получилось по уровню, как и запланировано. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо вам. Напомним, что работы по сооружению моста начались весной прошлого года. Строители переложили километры инженерных коммуникаций, а также скорректировали русло ручья Панери. Для моста на берегах Клязьмы были построены 2 монолитные опоры. По расстоянию между так называемыми «открылками» можно представить, какой ширины будет дорожное полотно. С одной стороны от него будет пешеходный переход, с другой – зона для технического обслуживания моста. Поверх пролетного строения у нас будет сталежелезобетонное полотно. Заливается еще 200 кубов бетона, соответственно, рабочая одежда под асфальт. Высоко оценил работу мостостроителей глава района Алексей Валов. Работают профессионально, спокойно и уверенно, сроки не срывают. Они глубоко профессиональные люди, строят по всей России мосты, поэтому у нас получится тоже удачный вариант моста. Алексей Валов в очередной раз подчеркнул, что дело сдвинулось благодаря личному участию губернатора Андрея Воробьева и включению важного для города объекта в госпрограмму. Спасибо нашему уважаемому Андрею Юрьевичу, я сколько же раз говорил это, и еще раз с удовольствием говорю, что дал нам карт-бланш развязать центр города, дал финансирование, дал возможность построить этот мост. Мост через Клязьму – это только часть масштабной работы по разгрузке центра города. Улицы Фабричную и Заречную соединят с помощью моста и подъездных путей к нему до конца этого года. Второй этап – это строительство дороги от Заречной до Фряновского шоссе. Понимаем, что назад пути нет, и мост будет построен, соответственно, мы получим дополнительный обход города, который позволит нам 15-20% снять транспортные нагрузки с центра. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Сергей Василевский и Андрей Белкин, телерадиокомпания «Щелково».